Встречи дальневосточного чемпионата команды начали осторожно, стараясь понять тактику противника, и больше играли от обороны. Но уже к середине первого тайма «Локомотив» завладел инициативой на поле. Правда, открыть счет железнодорожникам так и не удалось. После перерыва хозяева продолжили осаду ворот якутских гостей. И Данилу Кузнецову удалось замкнуть дальнюю штангу и распечатать ворота Якутии. 1-0. Попытка удвоить счет у «Лока» не увенчалась успехом. Команда из Нерюнгри начала ответные атаки, которые переросли в опасные моменты на нашей стороне поля. В середине второго отрезка одна из таких атак увенчалась успехом. Якутские футболисты сравняли счет 1-1. В общем времени выявить победителя встречи так и не удалось. Но добавочные минуты решили исход матча. Гости оказались проворнее и оторвались на один мяч от «Локомотива». 2-1 в пользу приезжей команды из Нерюнгри. Следующий матч «Локомотива» любители футбола смогут увидеть 1 июля. На своем поле «Лока» сыграет в 18:00 с футбольным клубом «Благовещенск».